4 марта 2023 года, 12 часов дня, в субботу. Я Жаламбаев Марат, кандидат в депутаты Мажилиса парламента по одномандатному избирательному округу номер 1, город Астана. Вместе с Амангельды Джахиным готовлю большую встречу с избирателями. Встреча будет проходить на набережной около памятника Кенесары хану. На этой встрече с избирателями хотелось бы услышать все насущные проблемы и вопросы народа, а также ознакомиться со всеми предвыборными программами, ведь ничего не заменит личного общения. Приглашаю на свою встречу лидеров мнений в округе, публичных людей, членов и руководителей общественных организаций и трудовых коллективов, а также зам Акимов и самого Токаева, ведь Токаев и его правительство утверждает, что в стране действует слышащее государство, которое якобы ориентировано только на развитие благосостояния и нужд народа. Так вот, 4 марта, 12 часов дня, вам представится прекрасная возможность доказать свои слова и обещания, присутствуя лично на моей встрече с народом.